все обошло. Что, да? Здравствуйте, дорогие мои зрители. Сегодня я на катке. Так как в Испании очень мало возможностей покататься, кататься я практически разучилась. Ну ладно, поехали. Ага, 20 минут всего я покаталась, он уже устал. Ну, извини. Ну, ладно, пойду дальше кататься, а то время кончится. Ой, в общем, так я накаталась, завтра я вообще не встану. Ой, Леша мне будет снимать сейчас. Сил у меня нету вообще. Леша, ты мне обещаешь еще раз привезти? Сюда. Леш, ты мне сейчас ноги сломаешь. Давай. Так вот ты тут отстегни. Вот. А первую ты не забудь. Да не забуду, я делаю все. Вот. Мешки. О, сейчас мой кавалер отнесет. Слава богу, ничего сдавать не надо. Сейчас нет, такой сервис у меня. Такой сервис. Ну, конечно, впечатление великолепное. Правда, в конце неудачно надо было к часу приехать. Или к полвторому. Они как раз все обедают в это время, и их нету никого. Вот что-то мы сглупили, к трем приехали. Вот если бы мы бы приехали хотя бы к третьему, то тут вообще никого не было.
А сейчас они все пообедали и все приперлись. Леша мне принес мои кроссовки.